Об этом надо знать и быть осторожным. В преддверии Всемирного дня борьбы со СПИДом ульяновский филиал организации «Российский Красный Крест» проводит просветительскую акцию. Совместно с центром СПИД специалисты проводят бесплатные тесты и профилактические беседы с ульяновцами. Узнать свой ВИЧ-статус можно не только в больнице и поликлинике, но и в штабе Красного Креста на улице Гагарина. Что уже достаточно длительное время на нашей территории работает кабинет низкопорогового доступа, где каждый желающий может пройти тестирование на ВИЧ. Каждый желающий может прийти к нам в будни с 9 до 18 часов. Что важно, в этот кабинет пускают без предварительной записи и QR-кода. Результаты экспресс-теста посетители получают через 15 минут после сдачи анализа. То есть он анонимный и о результате знает только сам посетитель. И если так получается, что тест положительный, он может сразу же у нашего специалиста получить консультацию, куда обратиться и какие его дальнейшие действия. Кабинет работает с мая этого года. За период с весны до осени в нем обследовалось 600 человек. Для того, чтобы людям было еще удобнее узнавать ВИЧ-статус, в Ульяновске организовали мобильный пункт тестирования. 1 декабря он будет располагаться возле центрального дома быта. Дальнейшее его передвижение по городу можно будет отследить на сайте Красного Креста. Виктория Чиркова, Сергей Кудаков. Управда ТВ.